Всем здорово, с вами Миленький канал, и да, я создала третий, ребята, аккаунт, но создала я его на американском сервере города Лос-Анджелес, сервер называется Nightstar, это самый крупный сервер, который только есть в нашей игре. Есть еще, конечно, немецкий сервер и польский, но на те сервера я не пошла, потому что я, в принципе, не понимаю ни немецкий, ни польский, английский я хотя бы немножко понимаю. Причина его создания, конечно же, ребята, контент для вас, из-за того, что меня смотрят американцы 2. И третий, наверное, немаловажный фактор, это будет запасной мой аккаунт. И если, не дай бог, что-то случится со StarStable на России, у меня будет американский аккаунт, и я могу спокойно на нем играть. Грубо говоря, это просто мое будет успокоение и веселуха в плане контента для вас, потому что я буду стримить на этом аккаунте, мы будем с вами играть на этом аккаунте, иногда на Александре, иногда на Аннушке. Короче, весело, с англичанами побазарим. В дальнейшем мы с Феликсом даже хотели вступить в клуб на американском сервере. Феликс тоже со мной играет, он тоже создал аккаунт. Мы купили на эти аккаунты лайф, то есть я уже купила там 2 лошади, и прошло меньше 2 недель, а у меня уже, ребята, 18 уровень, поэтому на самом деле сейчас качаться в игре, ну, очень быстро. Давайте без лишних слов приступаем к обзору на новое, абсолютно офигенное начало. Да, вот такое вот начало. Тут его немножко... Давайте не будем пропускать видение полностью, посмотрим вообще, как они тут, что вообще тут будут сейчас показывать нам. Добро пожаловать на Юрвик. Ну, я хочу посмотреть просто, тут уже полностью все поменяли вообще. Остров, где живет множество лошадей разнообразных пород. И нам показывают церковь какого-то хрена, где прыгает лепица, а она там камень стоит. Познакомимся с тайнами мифологии и волшебством. Олень, да, конечно. Только вот они тут не скачут в этом лесу эти. Ой, мать, Идрис, здраво. Доброе утро, как мы давно тебя не видели. Все это великолепные пейзажи. Серьезно, великолепные пейзажи. Заведи друзей и, может быть, и врагов. Окунись в обычную жизнь и легендарные истории. Нам показывают обычный вот манеж. Окей. Готово, твое приключение начинается. Погнали, девочки. Вот такой вот у меня персонаж. Меня зовут Аннушка Винтертоп. Почему Аннушка, не спрашивайте? Ну вот хочу быть Аннушкой. Добро. А, привет, Аннушка, добро пожаловать в лагерь верховой езды. Я маю... Так, ну давайте это как бы сильно тут читать не будем. Тут как бы просто введение, просто Аннушка меня зовут, Аннушка. Я вообще хотела Александра сделать, думаю, ну нет, потом думаю, пускай будет Аннушка. По-моему, у нас такого имени, ребят, именно на русском, если сервер создавать, нету. И лошадь мою зовут Кейк. И я создала, конечно же, караковую мазь. А какую же еще? Ну, понятно, что перемещаться здесь на стрелочках. Так, мы должны сесть на свою лошадь. Ну, давай, иди сюда, Кейк. Вот, видите, он у меня караковый. Поменяли, получается, амуницию, поменяли... Ну, конечно, амуницию с одеждой лучше сейчас сделали, чем было, ребят. Было, конечно, ну... Чтобы сделать, нужно нажми на нее. Ну, ясен пень, села. Вы просто созданы друг для друга, я знаю. Только потом я лошадь новую куплю. Потом ездила верхом? Да, ездила я верхом. Поехали. А что тут? А если ты ответишь нет, то тебя тут расчленят? Здесь учат, как играть, как мы медленно бежим, первый уровень. Стоп, тормози. Все, спасибо, девочки. Икс. Тормозим. На букву Е. Тут либо на букву Е, либо, ну, пальцы... Нажимаешь прям полностью, ставим препятствие. Хотя вот в другом бы квесте попросили бы слезть, а здесь не попросили. Здесь, видать, упростили нам задачу. Нажми space. Space. А вот ребенок поймет, что это space? Или не поймет, интересно. Вот. Ну, типа, я, окей, я хоть и на американских серверах играю, но все же. Здесь, возможно, сейчас будет игроков немного играть. Почему? Потому что сейчас в Лос-Анджелесе всего 10:30 у них там примерно, или 11. У меня уже час ночи, а у них всего 11. Ну, понимаете, да? Разница у меня с Лос-Анджелесом 14 часов. У меня с ними разница, представляете? 14 часов. Вот они, игроки, играют. Ну, то есть английский сервер здесь. Самый заполненный сервер. Мне тут рукой кто-то машет. Алекс машет рукой. Алекс. Алекс. Пока нас в Морланд не пустят. Пока мы тут будем тусить, походу, да? Типа, они в Морланд не пускают. То есть, я видела просто, когда я на Александре играла, вот обычные игроки играли, как бы они там проходили, вот как я сейчас, квесты. Иногда исчезали. Это уровень мне дают XP, да, это понятно. Господи, как... я вот на Александре сроду вот этим. Я даже не знала, что на букву L, если нажмешь, задание откроется. Я только сейчас это узнала. На компе проще играть. Мне кажется, на телефоне здесь капец. Вот на этой медленной лошади скакать, это просто, наверное, убийца, ребят, можно. X, чтобы спешиться. Понятно, спешиться. Давай, спешимся. У меня 100 старкунцев есть, нифига я богатая.
Че так все упорото выглядит, разрабы, что вы натворили? У него пиксельные ногти. Я понял, что это Линда, почему-то Линду нам больше всех показывают, что она такая крутая, такая пафосная девочка. Хотя с ней очень много квестов на самом деле будет с этой Линдой в дальнейшем. Кат-сцены пропускать Star Stable нельзя, кстати, это огромный минус, сделали бы быстрее бы игра проходилась. Вот интересно, сейчас вот за сколько можно игру пройти? Вот напишите, кстати, в комментариях, за 3, за 2 месяца, если ну прям играть. Вот как эта девочка еще. Ой, что она такая негритяночка бегает? Сыр? В магазине есть сыр, куриная ножка, куриной ножкой кого кормить надо? Давайте ее сыром накормим. А когда у нас поменялся магазин с продуктами? В каком танке сижу, я не могу понять. Я вот на своей Александре играю, я, по-моему, начального... Ну, я говорю, я, ребятки, реально не знала то, что тут начало тут поменяли, здесь вообще полностью, посмотрите, все поменяли. Нет, с одной стороны, это круто, вот я, например... Новый игрок, и меня тут сразу с Линдой, там с Алекс, ну, типа, вот тут началки играют. То есть тут не бегают какие-то профи-игроки, да, какие-то крутые, там, 25-е, 26-е уровни, они, скорее всего, бегают там на ферме Стива, а здесь одни началочки играют. Хотя я люблю сюда на 25-м уровне прибегать. Ладно, не буду это отрицать. На каком-нибудь коне новом. Типа, такая пафосная, такая вся крутая, на новом коне тут прибегаю среди началок. Я забыла, как ее зовут. А, Анна ее зовут. А что, ты же сдохла, нет? Ребята, я не читаю квесты. Я, ну, по-моему, что-то с ней случилось, нет? Я помню, мы... А, ну нет, подожди, мы ее из заточения же вытаскивали. А кто умер, подожди. А, Элизабет умерла. Нет, это не Анна, она живая. Ну, смотрите, какая караковая началка. Классно, я не могу, я тяну. Я прям теку с караковой началки. Это просто такая красота. Куда мы там? Мы что-то смотрим. А, мы спим. А, мы типа в домик зашли и спим. Ой, мать. Галюны пошли немножечко. Фига себе, это вот на начальном... Серьезно? Нифига разработчики такое начало сделали, что... Капец, разрабы просто. Это они... Нифига они новых игроков как за, ну, заманивают в игру. Раньше такого не было. Раньше тебя максимум чему могли научить, вот когда я начинала в 2018 году, в 2017 году играть... Там тебе максимум научили бы бегать, управлять, и все типа вали, играй. Все, вот этой вот ахинеи подавно не было. Фига, разрабы красавы тут придумали тут. Блин, ну, после такого вступления с бесплатным Старайдером, я явно захочу купить Старайдер. А тут целые они фигды. Мне нравится, какие глаза у Анушки сделала. Мне очень сильно не нравится. Ой, мать. Ой, мать. О, смотрите, там это вот эта девча появилась, которая вот эта вот с игрушкой. Это же новый вообще квест. А что без звука? Блин, надо было, наверное, музыку, ребят, включить, да? Ой, мать. А что они делают? Надо музыку включить, наверное, да? Я, наверное, курица музыку не врубила. Тут, наверное, музыка какая-то играет, да? Я ее не включила. Блин, давай включим музыку. Мне кажется, ребятки, быстро... Ура, я уровень прокачала, ура! Так, а ты чё меня коммуниздишь-то? Я не понял, там мало. Она на мою началку скоммуниздила. Выйдет, что? Это как? Это как? Первую гоночку проходили. О, это долго, ребят, это пропустим. Ой, разрабы же писали то, что мало кто в клубе типа состоит. Я вон смотрю, американцы там многие в клубе состоят. Чё такого-то, блин? Или это может быть какие-то другие? Ну нет, американцы в основном же, типа... А то что-то мне говорили, вот, типа, американцы не состоят, типа, в клубах. Ну, сейчас, кстати, проверим, сейчас вот зайдем, посмотрим, поиграем. Бегаем в портал, опять какое-то волшебство. По водичке плюх. Ой, а, я думала, это портал. Нет, мы какие-то блестяшки собираем, ну-ка. Возвращаемся в лагерь. Окей. Let's go, my friend, в лагерь. Можешь, беги. Он так, он плывет. Он, понимаете, он не бежит, он плывет. Медленно плывет. То есть, получается, как только мы начинаем играть, здесь максимально много эффектов, много всего. Ну, просто игроки некоторые не знают, что когда вы даете до высокого уровня, такого вы мало. Ну, хотя как мало. Ну, нет, почему там лес там всякие откроется, там всякие новые локации красивые, ДСД бы обновили, новых лошадей купить. Тут, конечно, все равно как-то. Но начало круто сделали. Вообще круто. Сейчас... У меня все закрыто. Как? У меня все закрыто. Да ёкарный баба. Нет, откройте мне чего-нибудь, пожалуйста. Ну, плывем. Я плыву в мур.
Разрабы, вы очень впечатляете новых игроков, особенно меня. Вот этими цветами, хотя нет, цветами вы меня не впечатлите, потому что я это уже видела. Вот девочка в клубе тоже не состоит. Хотя, может, это мальчики играют, но я же не знаю, мальчики тут или девочки играют. Они реально в клубах не состоят. Офигеть. Вот, а у них, а нет, нет, есть клубы, смотри. Ой. То есть это в 11 часов утра, вас так много, да? Я понял, я теперь поняла, почему это самый загруженный сервер в 11 утра даже. Ну смотрите, так-то достаточно много игроков играет не в клубах. Они типа, ну, бегают друг за другом и типа там, хочешь клуб, как русские это делают. Интересно, у них такое тут есть? Здесь нам предлагают купить лошадей. То есть мы только зашли в игру и сразу говорят... Донатьте, донат, донат, нужно донатить. Чтобы купить лошадь, нужно задонатить, ребята. А вы что хотели? Да, вы-то что думали? Вы-то думали, что вам в рожу пихнули этих лошадей, чтобы вы просто на них посмотрели? Нет, конечно. К счастью, мне нравится, что разработчики начальным игрокам показывают самых классных лошадей. То есть, да, Шайер, там, Дартмурский пони удачный, да, исландская лошадь. Там, Фриз тоже самый новый. Кто там еще, я не видела, там что-то проморгало. Очень, кстати, интересно, почему они, например, Мустанга не показывают. Муста тут нет. Мустанга бы лучше бы сюда поставили вместо Араба. Вот вместо Араба сюда Муста надо поставить. Было бы круто бы. Конным клубом Бабкат. Ну вот здесь, по-моему, уже старые квесты пошли. Да, мы сейчас будем знакомиться с этими бабами. Потом эти бабы... А вообще раньше квесты были, что тут, короче... Мы вообще изначально вот здесь начинали. Мы здесь спавнимся. Теперь мы спавнимся вообще где-то не пойми где. Уже каждый аллюр по 5 секунд. Окей, шаг. Джемми, Сия, Сторм, Эва, Вальпи. Коко. Стой, Коко. Подожди, у них какие косы? Красиво, такие же косы. Качок, где она их купила? Прикинь, сейчас началка подойдет к этой девке. Че, у нее 22-й? А, ну у нее 22-й. А, 22-й уровень. Пфф, 22-й мало. Маленький уровень. Я вообще русская, люди. Вы знаете, что я русская? Я вообще даже не англичанка. Меня вообще зовут Алина, да. Я вообще, кстати, хотела себя Алиной назвать, но потом что-то передумала. Мы русские под прикрытием. Играем на американских серверах. А на Рози Гарден тоже все без клуба играют? Почему к этой вот этой Сюване, или как ее там зовут, почему к ней никто не пристает и не говорит, а они... Сюванаш, Сюванаш, Сювана, Апплфитер. Я не буду читать это, у меня Феликс где-то проклинает, сидит 100%. А нет, вот этого не было. А, надо дыбами. Чего? Да чё так много девок на фризах? Вы чё такие все модные-то бегаете? Скоро серый фриз выйдет, будете все на сером бегать, что ли? Ой, уровень апнул. Ура! Уровень апнул. Ой, кстати, вокруг игрока тоже крутится, что ли? Пишите в комментариях свое мнение о новом начале, как разработчики сделали. Всем спасибо за просмотр, с вами был Миленький канал, всем пока-пока!